asta să înțelegem. У нас появилось новое изделие. А вот он диспозитив форте нов. Мы это сейчас все раздали. Ну, проверим, как оно работает. Амазонат, называется суперлидер. Называется суперлидер. Это развитие вот светлицы супер, но как бы это уже совсем другое, другая характеристика. Основная фильм дирекция транслатер супер, да, аре алты характеристики, алты уменьшенцы. Потому что это устройство позволяет развивать лидерские качества. И вот этот диспозитив для посетителей создает квалитет для лидера, для лидершип. Но это идет через усиление световых характеристик человека. Да, раз на линии, а ну не пин крещтая характеристик человека для лумин, лумишенца. Потому что есть, если есть лидер, значит есть и ведомый. Когда есть лидеру, а только ому, который кондучит, сам если ому, который села се кондус до дела, да? Значит, за лидером должны вот эти ведомые как-то идти. Несомненно, что дупа лидера, те же люди, которые сын кондуш дейл, и требуют кумба сына арбу дупа ел. Поэтому светлица лидер усиливает мощность свечения. Транслайтер лидер креште путея очистил умещенца. И позволяет увеличить, как бы делать лидера более ярким. Что фачет лидер мук майстра лучит. Да? По отношению к другим людям. În legătură cu alți oameni. Că aici scrie, crește atractivitatea, calitățile, carisma. Da? Carisma, răstăt. Da, crește carisma. Ce răcă nu cineva pe mine ce anunță. Și oamenii se atrag, da? Se alătură acest om, da? Se lasă atrași. Înurmează. Înurmează, da. Поэтому вот такой многомерный универсальный свет позволяет лидеру воодушевлять коллектив на решение новых задач. Această lumină pe care multidimensională pe care o generează acest dispozitiv pentru un om, da? Inspiră oamenilor, da, echipei să noi sarcini, noi obiective, da, o viziune nouă și așa mai departe. Exact ce faci voi. Vedeți, вот колектив его воодушевляет. Да. Deci colectivul pe dânsul inspiră. Использование светлицы лидер позволяет создавать новые живые связи между людьми. Получение этого диспозитив лидер для возможности создать новые релации с людьми. То есть в коллективе появляются дополнительные связи, объединяющие людей. Да, deci, într-un colectiv apar legături suplimentare care unesc acest colectiv, da, o fac mult mai strâns, mai... То есть световые связи. Anume aceste legături de lumină. За счет таких связей повышается устойчивость других людей. Din cauza acestor legături apare stabilitatea acestor oameni. Их успешность. Succesul. То есть не самого этого человека, который носит светлицу, супер. Не только самого этого человека. Адика, ну, думай, пентру ому, утилизатору карьел фолосешти, да? А ну, пентру ому... Ну, и тех, кто его окружает. Люди, ваму не натуражу луй, да? Дечь ел, ла ей инчев сафиди сучес, ла эту дэр. И вот за счет создания таких живых связей можно выстраивать и интернет внутри коллектива. Și tocmai din cauza acestor creierii acestor relații se pot crea acest bio-internet în preajma acestui colectiv. Потому что есть такое понятие командный дух. Este așa un termen spiritul de echipă. Ну, например, вы видели на чемпионате мира по футболу яркое проявление командного духа. Noi am văzut la campionatul de fotbal, da, anume s-a manifestat spiritul de echipă. Когда играли команда Бразилии и команда Германии. Когда жухат экипа Бразилии и Германии. В команде Бразилии много хороших футболистов. Экипа бразильяна фос фарте мулц, футболист фарте бунь, стравучиц. Но каждый играл сам по себе. Да, фейкари жука индивидуался. Каждый пытался проявить себя. Фейкари инчерка ел совет и чипать. А команда Германии играла как единое целое. Да, экипа Германии лукра кому организм упрек. И поэтому такое вот соотношение 7-1, ну, как бы вот, в пользу коллектива.